часовне Александра Невского на территории учебного полигона МЧС в Опаленках состоялось праздничное богослужение, собравшее много верующих. Священник Дмитрий Довбыш прочитал проповедь, после чего вместе с прихожанами отправился в крестный ход. Я в лице Христе Боже, имя просвещи. Видновчанин Александр принимает участие в богослужении не первый год, после чего совершает обряд омовения. В этот раз впервые в крещенских купаниях вместе с ним принял участие его сын Иван. Вот сына взял с собой 7-летнего. Он первый раз тренировался много месяцев до этого. Каждый вечер в душе холодную воду открывает, говорит, поеду с тобой вот на крещение купаться. После завершения крестного хода отец Дмитрий отслужил молебен и совершил традиционный чин великого освящения воды. На улице минус 8, снегопад, но это не помеха для людей, пришедших совершить обряд омовения. На территории учебного полигона пожарно-спасательного центра оборудована безопасная зона для проведения крещенских купаний. Купания в ночь на 19 января олицетворяют евангельское событие, когда Иисус Христос принял крещение на реке Иордан. Также и православные окунаются в прорубь трижды, сопровождая купание крестным знамением. Для кого-то это дань традиции, для кого-то возможность испытать силу духа и организм. Видновчане после купания в ледяной воде чувствуют бодрость и радость. Как ощущения? Хорошие. Отлично, прекрасно. С праздником вас. Отлично. Всем советую. В Ленинском городском округе к празднику было оборудовано 9 купелей. На каждой дежурила бригада сотрудников МЧС. В прорубях поручни, подмостки стоят водолазы с МКПСС, Московской службы на воде. Также обеспечено тотальное освещение каждой проруби и пункты обогрева. После омовения в специально оборудованных помещениях люди смогли переодеться, а также выпить горячего чая. Но православного человека в крещение прежде всего согревает вера. Заставляет задуматься и освежает. Заряжает энергией на следующий день и на весь год. Это даже, наверное, лучше, чем Новый год. Это наш праздник христианский. Александр с сыном после купаний также согревались горячим чаем. Ребенок доволен, что впервые окунулся в прорубь. Как у тебя ощущения? Хорошо. Понравилось? Да. Еще будешь ездить? Да. В Ленинском городском округе 3000 верующих посетили мероприятие по случаю крещения Господня. Несмотря на непогоду, обряд омовения совершили свыше 1600 жителей и гостей округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.